А тихо, успокойся. На. Hey, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Dark Dragon, Steam Koyoko, Wasabi, Серега, Дейзи. Очень много классных подписчиков, пацаны, поздравайтесь! Всем приветики, омлетики! Приятного аппетита! Сегодня у нас очень прикольный мод, будем угорать, веселиться и орать. Если опять кушать, приятного аппетита, а мы начинаем обзорчик. Slender Fortress, первый у нас Армиес. Я думал, что она постоит, он же тогда вроде немножко постоял. А потом мочить начал. Стой. Успокойся, мужик, успокойся. Шиздик, он шизанутый. Пестик вот это качает. Ну да, она очень качает. Не-не-не. Он какой-то неадекватный. Это что, они все такие будут? Они бешеные. Так. Давай подальше, может, посмотрим. Are you woke? Если я неправильно читаю, извините за мой английский. О, так это Майкл Джексон у нас он пошел. Он прям вообще жесткий какой-то. А что у него анимация какая-то стрёмная? Это обезьянка, что ли? Ну, похоже на обезьяну, но это скин Майкла Джексона. Да, это скин Майкл Джексон. Это маленький Майкл Джексон, как из меба. Это странно. Стоп. Так, Bad Butter. Ого, у них такая прикольная музыка у всех. Ну, они такие здесь, какие-то криповые. Этот в темноте, наверное, довольно-таки неплохо светится, да, Серега? Если он царапается, а? Слышь, ты два раза убивает или нет? Три раза. Слышите, как он бегает? Такой звук прикольный. Как будто он гигантский. Ну что, давайте его замочим. Иди сюда, подлец. Серега, мочи его. Со всей силы. Кого убью, извиняюсь. Извиняйся. Извини. Нифига себе, он криповый. Где он? Убили? Убил. Так, Биг Смоук. Ого, он с одного раза дамажит. У него бита, да? Биг Смоук из GTA San Andreas. Да-да-да, кстати. Он же наш кентафурик. Он жирный. Блин, надеюсь, в конце не вылетит из-за этого мода, потому что всех придется поставить. Дима, беги. А я его хочу замочить. Ты где, дурак, что ли? Отвали. Кого убью, извиняюсь. Обиделся на меня. Аня переключился, ура. Убили? Спасибо, Драгон. Обращайся, Серега. Так, придется мне его убить, ребятушки. Смотри. Сейчас. Баннимен. Знаете, почему мы его так долго убивали? Да, хорошо. Это ночной ютубер, это не из Silent Hill разве? Это он из игры взят, и этот ютубер еще сразу повредил. Какие-то у него звуки динозавров странные очень. А это звуки быстрого звука. Так. Да, давайте его мочим. Прикольный очень мод, и они такие здесь реально прикольненькие. Дима, знаешь, почему ты долго не убивал? Чего? А потому что он ведь жирный, жир поглощал урон. А, ну логично. Ого. Пацаны, прекращайте. Потому что мне придется еще более мощное оружие брать. Драгон, извиняюсь. Ай, ладно. Мы его не убьем. А убили. Откинулся. Молодцы, ребята. Corrupted Boost. А, я вспомнил, мы когда-то этот мод делали обзор. Да. Давно, очень давно. А мы даже когда снимали Хаги-Маги в лабиринте, я на тебя кидала. Да. Где-то года два назад, наверное, снимал этот мод. Может, даже и больше. Бесконечность не предел, Дима. Да? По 500 хп сносит. Где он? Вот он, где-то. Ох ты, блин. Не увидел его. Бесконечность не предел, Дима. Можно бить его? Да, все, мочите этого подлеца. Ого, он где-то расстояние. А че он жесткий такой? Да нет, давайте, короче, стоп. Он какой-то неадекватный. Так, Джесси.
тоже криповая такая, знаете. Их надо встать в лабиринте темном. А, да, можно, кстати, лор... Да. Вот, не, ну мне кажется, она прям вообще мощная. Дальше. Вуди. Тоже криповый, очень быстрый. Да, думаю, он мочит неплохо, пацаны. Хорошо. Так, Крейг. О, вот этот вообще, вот этот надо в лабиринте ставить, пацаны, этого. Он еще и светится прикольно. Да, такой с бензопилами. А что у него в руках? А, две бензопилы. Да, вот это вообще жирный чувачочек. У него вместо рук бензопилы, Дим. О, Серега, давай, знаешь, как будем обзор делать? Я буду ставить, а ты вселяйся в него. Давай. Давай, я, короче, поставлю этого с бензопилами. Мне кажется, так будет получше. А ну-ка. Чел агрессивный. Так. Тихо, стопе. Такая музычка играет прикольная. У него прям, у него в башке звук, видишь? Ух ты! А чё ты это можешь еще, Серега? Ого, ты быстро бегаешь. А посмотрите, у него на башке эти... Так, Серега. И все, да? Да, все. Вроде. Сколько хп? Там нормально хп. Показывается. Хорошо, Серега, давай следующего. Давай. Ой-ой-ой, какой черпила. Много смерти из Fallout'а. Так, Серега, что он умеет? Он... Так. Ох ты. Аккуратнее, ты же убьешь. Точно жир. Неплохо. А прыгать можешь? Нет. Да, а по стенам лазить можешь? Нет, тут некоторые должны уметь вроде бы. Ой, я вышел из него. Так, давай следующего, Серега. Давай. Эй, ты какой-то. Ой, прикольный, что, смотрите. Кстати, Маска, двигайся, я тебе задницу удалю бомбу. Ой-ой. Вау, прикольный. Кого там, кого? Так. Это когда вот это из пластилина маленький... Он такой криповый. Когда из пластилина маленький ребенок лепит какого-то человека, вот такой получается. Серега, он хорошо управляется, четко? Нормально, да, гасит или нет? С одного раза? Надо проверить. Давай, убивай. Серег, я вот. Не. По 10 хп сносит, по 15. Ладно, неинтересные. Давай следующего. Флэш Поунд. О, вот это прикольный. Это скиллинг флора. Вот да. Ты точно помнишь? Да, я. Вот прикольный. Ох, криповый. Блин, он стрёмно. А прыгать можешь? Нифига себе, они высоко прыгают, да, все? Дима, знаешь, что тут жалко? Тут нету переключения режима ярости. У него уже три режима. Ну да, режима. Да. Но сначала, ну, зеленый светится, а потом это желтым, потом оранжевым и красным, прям безбашенный. А сейчас есть красный такое. Сразу. Так, называется... Нер. Ну там другое первое слово, я не буду его произносить. Серега, ты проходил игру. Это, короче, Дима со спуки Jumpscares Mansion. А ну, поубивай кого-то. Ого. Нер. Есть. Нет, она очень... Ух ты. Это совпадение, Серега. Да я удалил ее случайно, а Серега в это время нажал выстрел. Ну сказал же. Она вот это вот. Ух ты. Ее зовут... Марш. Радость. Инсанити. Ух ты. Это из Симпсонов вроде. Да? Каких Симпсонов? Это диснеевский мультик. Да какой, посмотри, вот зеленое платье... Нет, это диснеевский мультик. Ну, Серега, иди сюда. Иду. Ну-ка, Дим, может, давай проверим, стример есть, нет? Давай. Не-не-ма, ну блин, она так стрёмно убивает. Аж оглушает, реально. Да, вот она это вообще классная. Вся в дырках. Ты чё? Так, Серега, ну тебе нафиг, ты стрёмный. Она очень... Так, КТ. Ух ты какой, смотрите. Вот это, да, стрёмный вообще в лабиринте это был бы? Это Джефф вроде. Чё он умеет? А ну, замочи да. меня. А вообще ничего нету. Он не умеет, да, убивать? А нет, блин, умеет. Мерфис теннис какой-то. Ох, ты какой прикольный, да, скин? Это Соника какого-то. Что он умеет? Это он самый есть. Ох ты, дурак, что ли, испугался. Успокойся. Ух ты, блин. А ну меня замочи, мне интересно. Ух ты.
Это жесть, а че он так бегает, как придурок? Это стрёмно, подожди. Ты в лабиринте идёшь такой в лабиринте, там хоррор-ролик, тут такая штука на тебя бежит из-за угла. Вот это дурачий бегающий. Так стоит хорошо. Всё? Так обычно двигаться, это какая-то дичь полная. Хорошо. А мне кажется, так и задумано. Так, паранойя. Ух ты какой, вообще криповый, пацаны, да? Ноги как ветки какие-то. Это человек глупый. И чё, ноги не качал, да, Серёга? Вот другом он ходит. Ноги не накачал, Серега, руки накачал, а ноги нет? Да-да-да. Фига. А ну, Серега, замочи меня. Классный. Классный, да? Так, давай следующего. Квадролекс. Что за обезьяна? Ты что там понял? Сейчас Серега убьет его. Отлично. Все. Что он умеет? Он как обезьяна. Тихо, знаешь, тихо, легче, психопат. Похож, мутант всплывал. Ого, он прыгает. На, в воздухе вырубил, видели? Эпично, эпично. Ого, ты перепрыгиваешь. Но у него не сидишь, что медленно. Это как ты, что... Ой-ой-ой. Это... Хорошо, Серега, разошелся прям ты. Рейдж, снайпер. Давай, Серега, вселяйся. Он без текстурки. Это снайпер из Team Fortress 2 злой. Чё он умеет? Ух ты! Чё он умеет ещё? Нанеси мне урон, я хочу знать, сколько наносит урон. Я вот он. Ух ты, нифига себе. 1000? 200. Ну, прикольно. Не... А ну меня, Серега, замочи. Ну почему ты стыдно? У меня зуб какой-то грабит. А тихо, успокойся. На! Да ну тебя нафиг, Серега, ты какой-то неадекватный. Класс. Звук такой, да? Нет. Гитара именно. Ну. Так, Соунур, Руннер. Короче, бензопилист. А это маска же из этого. А у него 4 или 3, подожди, какой у маска? Если 3 маска. Я хочу знать сверху, как будет. Он пришло бегает, да? Успокойся, успокойся, Серега, ну не психуй. Он бегает, Дим. Тогда я вижу анимация такая какая-то. Ну прикольно, ну быстро, ты очень. Видно. Ты как будто разгоняешься. Смотри, за пенсией. Так, короче. Бегаешь. Поехали. Спагетти Шрек. Feed me. Somebody love me. На тебе это за это. Вот, are you doing my swarm? Дырки в животе остались. Знаете, поставьте вот сюда бабушки колески. На. Смотри, что-то резко. Понял. Нам сейчас в конце надо их всех поставить. The neighbor. Сосед. Привет, сосед. Здорово, привет, сосед. Здорово. Так, что он умеет, Серега? Ну, смотри, такой походкой ходит понтовый. Да отойдите от меня. Интеллигент. Он псих. А ну убей кого-то. Ой, прикольно. Он шею скручивает. Он толкает. Он шею ломает. А вот так он бегает. Он хорошо управляется или так криво? Ну, рахитно. Они все рахитно управляются. Ну да. Так, хорошо, Сережечка. Трополофобия. Трипофобия. Трипофобия, боязнь дыр. Ой, переводится. Ого. На тебе. Ого, такой как выстрел. А ну еще разок. Троих сразу. Иди сюда, как говорится, ко мне. Давайте все приостанем. Пучнее, становитесь рядом со мной все. Давайте. Я хочу... Ого, а ну меня. Такой звук, как выстрел, да? Да. Неплохо. Отойди, отойди. Бешеный. Ты псих, Серега. Хорошо, психопат. Так. Вилладжер. О, это за... Фермер. Animals Crossing Villager. У него топор кровавый. Значит, он убийца. Вот так он бегает. Так. А как он улыбается своим жертвам. А ну, и потом мочит их. А как он, подожди, сколько он человек мочит? Давайте все санем боже не мочит. Он подвезет его. Сколько? Ух ты, четверых сразу. Молодец, Серега. Так, давай. Так. И последний. Вилла. Вилар. Он какой-то стрёмный. Ого, такое? Вообще, что это такое?
Вообще, это как это? Ух ты. О, зубы какие-то стрёмные. Смотри, где я сейчас откинул с ними. Драган, иди сюда, подойдите поближе. Смотри, как Драган сейчас откинул. Давай. Давай. Бей, Серега. Ого. Ударь, ударь. Это аттракцион. О, да тоже что? Отлетает. Смотри, давай назад. Еще как раз был. Не, ну что, пацаны, я же говорил, будет война. Вы готовы? Нет. Бежим. Ребята, нам конец. Ну, вам конец. Взорвите оружие. А чё? Война так война. Давай, врубай. Роботов можешь побить? Готовы, пацаны? Погнали. Да. Все на нас бегут. Немножко подлагиваю, давайте, может, парочку удалю. Так, я вспомнил, мне надо сюда пройтись. Так. Я вспомнил, я вот это бахханалия у нас творится, как всегда. Надо бежать срочно. А убивать их можно? Да. Можно, можно, конечно. А ты пока успеешь их убить? Конечно, если ты их успеешь убить, то ты будешь молодец. Убегай, Серега. Они в воду не выходят. Не хотят в воду выходить? Ходите в опасность. Так, все все-таки вот бежим. Этот надо. Сережечка. Да, я немного забыл, штук сделал. Да я зачистку делаю. Куда? Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, остальные ролики и еще.